Норильск. Город в Красноярском крае, который ждет молодых и талантливых. Здесь живут люди, не изменяющие своим традициям, готовые к поиску новых идей. Норильск. Место, где нет невозможного. Здесь есть все. Театры, музеи, школы и даже самый северный аквапарк в мире. За каждыми нашими достижениями стоит труд команды профессиональных наставников. Приехала я из города Красноярска в 2013 году. Буквально на второй день я получила квартиру в новом доме. Мне были даны подъемные финансовые средства. Оплатили дорогу мне, супругу, ребенку. То есть условия все были. Я когда сюда приехала, я не представляла, что такое полярная ночь, но мне все понравилось. О качестве школьного образования и профессионализме учителей говорят высокие результаты норильчан на российских и международных олимпиадах. Многие говорят, что мы едем сюда не за красотой, но тем не менее, знаете, город оказался настолько гостеприимным, настолько он меня так радушно встретил. Мне кажется, даже город, в котором я родилась, не так меня встречал. И вот такую работу, знаете, вот мне кажется, многие даже мечтают о том месте, где сейчас я работаю. Да, это теперь мой город. И здесь я себя чувствую уютно и комфортно. Мы достигаем высот не только в учебе, но и в дополнительном образовании. Вообще, сам из Кемерово учился в Красноярске. Меня пригласили на работу сюда. Здесь просто все удобно. Здесь все очень рядом. Реально здесь бассейн, там кинотеатр. Поскольку себя можно развлекать, ни в чем себя не отказывать. Поддерживать крепкий дух каждого помогает постоянно развивающаяся медицина. Это высочайший уровень технологий, профессионализм специалистов, значительные затраты на обучение и повышение квалификаций и большое количество частных и государственных клиник. Город Норильск представляет очень хорошие условия для всех молодых специалистов. Ну и, наверное, не только молодых, а специалистов, в которых город нуждается. Это, во-первых, предоставление служебного жилья, ну и, естественно, это рабочее место. Когда выбор был между Красноярском, где я снимала свое жилье, и городом Норильском, где у меня уже я знала, что будет стабильная работа, будет свое собственное жилье, естественно, выбор пал на город Норильск. Ежегодно Норильск пополняется новыми горожанами. Они легко принимают образ норильчанина и буквально сразу находят, что здесь делать. Часть работы, очень комфортно. Намного легче, спокойнее. Мне комфортно. Мне кажется, для жизни, есть все. Мы давно уже не чувствуем свой город крайним. Здесь создаются все условия для полноценной, комфортной жизни. Норильск. Город, где можно реализовываться. Город для активных людей. И мы рады поделиться им с тобой.